В предыдущем видео я вам рассказал, что когда мы приехали в деревню, чтобы покормить наших котов, мы заметили, что одно из них пропало. Мы обыскали все возможные места, где оно могло зарыться или упасть, но так ничего и не нашли. В итоге у меня появилась идея дать понюхать одного из котят нашей собаке Тору, и он сразу же напал на след. Он провел нас через какой-то лес, и в итоге мы вышли на поле. И вот пройдя все поле, мы вышли на какую-то чащу, откуда услышали звук котенка. Нашей радости не было предела, потому что Эрен, слава богу, нашелся. Но наша радость продлилась недолго. Что это за звук? Быстрее, сюда! Быстро, за холому! Спрячься! Вот черт, он нас ищет! Братан, что делать? Он нас сейчас найдет! Боже, Эрен! Мы так хотели тебя спасти! Но, походу, мы ничего сделать не можем! Братан! Походу, котенок хочет передать тебе свою силу! Чего? Я ее чувствую, братан! Эрен, наполни меня силой! Братан, чувствуй рукой! Я не знаю, что-то чувствую! Братан, что это за крючки? Офигеть, это когти, они вылазят! Теперь я могу победить эту тварь! Иди сюда! Сейчас, мой маленький. Рикардо нас спасет. Кто там? Не бойся, братан, это я. Я убил эту тварь. Как тебе это удалось? Благодаря силе, которую мне передал Эрен, я смог это сделать. Спасибо ему большое. Он настоящий друг и герой.